Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную игру «Викинги». Отшумела йота, и она натолкнула меня на ряд мыслей. Я решил протестить некоторые вопросы, касаемые штурмовых сетов. Как штурмить и правильно ли я это делаю? Об этом пойдет речь в этом видео. Поехали. Начинайте мочить козлов. Мочи козлов! Ребята, если вы обратили внимание, о чем говорят теперь штурма, то вы бы примерно поняли, что вот это количество... Количество штурми это не пердел. Ну вот сейчас у меня там нулевой сброшенный навык, поэтому пока 98%. Я хочу сформировать сейчас штурмовой сет и протестить его, насколько он практичен. 98 миллионов, вы обратили внимание, у меня в штурме. Сейчас ас у меня не включены, не активированы никакие амулеты, ни шмамулеты, ни образы, увеличивающие штурм, ничего. То есть вот есть как есть. Причем навыки у меня нулевые, да, навыки героя, видите, у меня нулевые. Давайте сейчас формируем. Ну, так как я штурмовик, естественно, я хотел бы увеличить максимальный штурм, который я должен сделать. Естественно, я увеличиваю максимальный урон. Естественно, увеличиваю максимальные минуса, потому что я являюсь участником штурма, и для меня важно это сделать. Здоровье осадных войск я играю на осаде. Осада мне, естественно, нужна. Защита осадных войск мне также не менее, естественно, нужна. Защита пехоты, здоровье войск. Также защита войск, также, пехота, защита войск, также, здоровье войск, также. Так, урон осадных войск, естественно, также. Поднимаемся выше, урон пехоты, здоровье, обучение, урон, бам-бам-бам, все, да? Насколько мы понимаем, что мы все сделали на урон. Все, что, по крайней мере, мы могли. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Да, насколько я понимаю, давайте мы просмотрим еще раз. Недели я не лоханулся, вроде бы как нигде особо и не лоханулся. Но это не точно. Поехали дальше. Да, ну давайте на всякий случай увеличим скорость похода. Ну, это, в принципе, уже не принципиальный вопрос. Вот в таком состоянии мы его оставим. Значит, ну, здесь я традиционно всегда беру, потому что бывает, срочно надо ударить какого-нибудь чуманоида и переодеваться в падлу. Вот здесь немножко момент поинтереснее. Я вчера общался с сокланами и удивился, что некоторые, например, этого не знают и почему-то так считают. Вот мы увеличиваем осаду, урон, естественно, максимальное количество. Здесь у нас происходит урон войск в штурме, потому что 200% еще то счастье. А вот теперь остается 10 очков, как говорится. Капитан обязан выдирать очко, я сам яркий пример этому. Вот здесь, почему разница, почему мое мнение таково? Вот при увеличении здоровья осадных войск мы получим 50% статов, увеличение статов. И многие увеличивают здоровье, якобы увеличивая степень выживаемости войск. Но я, так как я считаю, что защита и здоровье это одного поля ягода, поэтому здесь при увеличении 10% мы получаем, если вы обратите внимание, 75%. Вот здесь было бы 50%. Ля ты крыса! Я поэтому считаю, что нужно вот такой штурмовой сет всегда держать вот в таком варианте. Так, теперь посмотрим еще раз навыки. Да, все мы поставили, все у нас стоит так. Урон. Ой, смотрите, какое счастье прилетело. Сложности с этим самым, рунические монетки. Ну, ребята, прямо в дугу прилетело. Сложности с запуском игры. Видите, разработчики прямо под видосик подгоняют вот такой босяцкий подгон. Это радует, что компания осознает некоторые нюансы, которые возникают, и всегда находит в этом компромиссное какое-то решение для всех.
Так, поехали. Ладно, ребятули, что здесь касаемо камней? У меня здесь стоят теофит, агат и сердолик. Это три вида камней, два уронных камня и один штурмовой камень. Если вы являетесь штурмовиком, это одна история. Вот я сейчас, мы рассматриваем именно вот эту печально веселую историю. Давайте сейчас мы сделаем, активируем два буста и проверим. В шамане у меня такой истории нету. Потому что шаман работает по-разному, но пока я его не активировал как штурмовой. Ну, пока мы играем вот в таких вариантах. Давайте сейчас посмотрим и штурманем нашу любимую пандочку одним штурмом в 50 миллионов Т7. И посмотрим, что, к примеру, произойдет. Тресь, тередесь, тесь, тесь. Бам, панду мы прибили. Счастье и здоровье. Посмотрим. 15 миллионов 445 тысяч. 15 миллионов 445 тысяч. Давайте сейчас сделаем небольшое отхождение от правил. И уберем... Нет, давайте мы не будем убирать камни. Мы просто поставим здесь комплектацию обычного дефа, который у меня стоит на аккаунте в любое другое времечко. Это просто защитный сет или тот сет, когда я захожу в штурма. Обратите внимание, когда я захожу в штурма, и вам настоятельно это рекомендую делать, вам необходимо заходить в обычном степном шмоте. Обычном степном шмоте. Так, вот он, елки-палки, куда я пошел, искал долго. А он, оказывается, вот здесь все под рукой. Тихо. Так, где он? Рагнар, Бахнар. Вот он, вот второй, да? Поехали дальше. Ботиночки мы поменяем точно так же. На обычные камни. Вот так. Да, вот так. Давайте, для пытливых зрителей, чтобы они меня потом в тошноту не вгоняли, мы перезапишем сет и убедимся в том, что здесь обычные камни. И нанесем точно такой же штурм, как и было. 50 миллионов. Так, и поехали. Тресь, тередесь. Вот меня эти камни и сеты крайне-крайне беспокоили. 15 миллионов 0,96. 15 миллионов 400. То есть коэффициент пробивания штурмовых камней намного больше, если они у вас стоят. Почти полмиллиона, ребята. Почти пол... Не, ну не полмиллиона. 400 тысяч. Ой, 300 тысяч. 345. Ну, блин, примерно. Ну, что, в принципе, на 50 миллионах, ну, вполне себе ощутимо. Поэтому все-таки теофиты, если вы штурмовик, они однозначно будут работать. Поэтому теофиты ставить все-таки, я вижу, нужно однозначно. Это в простом сете. Вот такая вот история. Поэтому смотрите, еще раз говорю, уделите внимание следующим показателям. Прежде всего, это навыки. Навыки должны быть выставлены правильно. Для того, чтобы, ну, в принципе, очков сейчас хватает для того, чтобы поставить их оптимально. Специальных знаний ставьте вместо вот этого показателя здоровья, ставьте защиту, и будет вам вселенское счастье. Ну, вот такой небольшой обзорчик, который я бы хотел сделать. В следующем видео я сделаю то же самое, хочу сравнить работу камней богов на МС. Вот у меня эта проблема, этот затыр беспокоит. Вот такая вот история. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила, с вами я, мастер.